Зимняя ярмарка в опасности. Теневые боты, которые должны были помогать на ярмарке, оказались очень агрессивными и атакуют посетителей. Необходимо спасти праздник. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadowfight 3. Ну что же, зимняя лихорадка началась. Теперь уже, как мы видим, можем зарабатывать призы в полной степени. И в магазине у нас ничего, к сожалению, нету. Ну, бомбочки возьмем. А, это огненные снаряды. И смотрим. У нас есть билеты. Стоит 360 рубинов. Опачки. И также у нас, смотрите-ка, есть два бустер-пака. Уникальный стандартный и уникальный премиум. Слушайте, 1200 очков. Давайте, наверное, возьмем с вами и посмотрим, что нам выпадет отсюда. Очень интересно. Так, это у нас крылья журавля, эпические дирхорны. Ну, так себе. Ага, перо ястреба, эпический спецприем Дадао. Ну, это уже что-то. Огненный дождь, легендарные бомбочки. Ну, никогда не пользовался. Революция, эпический доспех. Постольку, поскольку, ребят. И, опачки, стальной фокус, уникальный шлем. Ха-ха. А вот это уже что-то. Вот это уже что-то. Так, ребята, дайте-ка я кое-что посмотрю сейчас. Да, друзья мои, я перезагрузился, потому что было расширение слабенькое. А теперь должно быть все отлично. Ну что, давайте посмотрим, что у нас в магазине. Я смотрю, что-то отмечено. Но ничего нету. Так, а вот здесь. Нет, ну я не буду брать уникальный стандартный бустер-пак. Будем копить с вами на уникальный. А вот это хорошо, здесь я заберу награду. И что же нам здесь достанется? Ага, ты смотри-ка. Стальной фокус еще раз, это уже дубль. Отлично, опачки, зимняя звезда. И 100 жетонов. Слушайте, ну неплохо. Так, у меня, значит, есть шлем, есть кусуригами, да? Не хватает только брони, вот что. Хм. Ну ладно. Так, давай-ка. А давайте, ребята, пойдем, наверное, уже все-таки в конце концов на саму зимнюю лихорадку. Да, это у нас ивент начался. Так, погоди-ка, что у нас тут-то все показывает? Я не могу. А, у нас есть еще, ребята, пак, оказывается. Бесплатный. Какой открыть, как вы думаете? Хм. Редкий. Или же все-таки будем открывать редкие династии, а? Что скажете? В принципе, какая разница, да? Что здесь обычные карты, что там. Особой роли не играет. Поэтому давайте, наверное, откроем с вами вот этот вот. Редкий, глава 6. Так, посмотрим, что нам здесь достанется. Школа лезвий. Ну, короче, понятно. Ничего хорошего нам, как обычно, здесь не достается. Ну, я не в обиде, все равно на халяву это все было. Давай-ка зайдем сюда и посмотрим. Ага. Три эпических ключа. В принципе, лишними они точно не будут, они нам пригодятся. Ну, вроде бы все, да, мы с вами посмотрели. У нас вот по экипировке. Ага, стальной фокус. Слушайте, ну давайте тогда оденем, раз оно лучше, чем мой. Так, сейчас мы только... Что у нас тут есть? Так, удержание обязательно нужно надеть. Ну и усиление, скорее всего, так будет у нас. Ну и что, будем, наверное, менять или нет? Слушайте, ну зимняя звезда хороша. Но я думаю, что я все-таки без нее пока пойду. Мины мне здесь нужнее. Фух, ну что, вроде бы все, ребят, я готов. Так, у нас что тут? Ага, победить в двух дуэлях ежедневно. Но это все будет позже. Ну, а мы переходим на зимнюю лихорадку. На ярмарке полный хаос. Теневые боты нападают на горожан. Нужно найти мастера Акаду, который создал их, и призывать его к ответу. Не надо меня искать, я здесь, и расстроен не меньше вашего. Я этих ботов не создавал и не участвую в ярмарке в этом году. Хм. Кажется, я знаю, кто за этим всем стоит, и мы найдем его. Но сначала надо разобраться с теневыми ботами. Вот оно как. Начнем, пожалуй, ребятушки, с вами с обычного режима.
Ох, елки-палки, сколько здесь придется повоевать, но никуда не денешься. Поехали! Вон он, видите его? Ничего себе, вылитый Акада. Твой брат-близнец? Ну, наверное. Давай посмотрим. Хуже, я его создал. Я постарался наделить этого бота зачатками разума. Но попытка оказалась неудачной. Он копирует меня, даже собственных ботов строить научился. Вот только у него они выходят все как один, склонными к насилию. Ну что, ребята, у нас остался последний с вами бой, до этого никаких проблем у нас не было. Ну что ж, поехали. Раунд один. Плохой Акада. Ну давай посмотрим, из чего ты сшит. Оу! Так, ну он попался, главное что. Давайте-ка попробуем еще разок. Ага, снежинка. Будем знать на будущее. Давай, иди сюда. Ну, есть. Попался, ребята. Ну что же, дальше мы, наверное... Погоди-ка. Слушай, ну если он вот так вот будет играть, я думаю, что без проблем. Мы его сейчас просто здесь отмутузим. Так, тихо. Не выеживаться. Иди сюда. Ха-ха, дурила деревянная, елки-палки. Так, а ну-ка, опс, бросок. Ну он сам виноват, по большому счету. Тихо ты, не рыпайся, родной мой. Слушай, ребят, я ничего в нем сложного вообще не вижу. Вот серьезно вам говорю. Я его просто сейчас не выпущу из этого угла. Наверное. Так, ну что, добиваем? Да. Нормуль. 1-0 в нашу пользу. Но здесь 3 раунда, так что расслабляться не стоит. Фиг его знает, что у него там чуданет. Поехали. Ну, это понятно, снежинку, это все ясно. О, оу, это что еще такое было? Не понял я. Как-то снеговик. Ну, есть, попался, родной. Глупый, конечно, глупый Акада, плохой. Дурил. Так, ага, у него еще и разные. Опс, а вот это было плохо, вот это было плохо для меня. Слушайте, если я буду попадать под его удары, мне будет очень плохо. Так, зря я, конечно, ребят, наверное, теневой удар использовал. Но мне надо было это сделать. Так, продолжаем. Не тут-то было, родной. Давай, иди сюда, я жду. Блин, как не вовремя мина-то исчезла. Распрыгался тут кузнечик мне тоже, а, нашелся. Так, нет, никаких теневых. Ой-ой-ой-ой, как же ему сейчас, наверное, не повезет. Тихо. Ай, хотел его добить в этом углу, не получилось. Оу, ну тут-то понятно, тут-то конечно. Ну что же, он сравнял счет? Блин. В общем, короче, если мы будем пропускать удары, нам будет очень плохо. Слушайте, ну вот что мне здесь нравится, вот, во-первых, фон рождественский, да? Во-вторых, музыка. Разрабы, конечно, хорошо постарались. Молодцы.
Так, тихо, тихо. Черт подери, а. Не-не-не-не, не тут-то было. Так, иди сюда, иди. Блин, начинает опять этих своих дурацких снеговиков вызывать. Давай, давай. Ну, есть. Попался. Так, вот. Сейчас мы будем его гнать до самых ворот. Вот так вот, родной мой. Ну, черт побе... Есть. Все-таки он клюнул. Ну и, соответственно, за это поплатился. Я жду тебя, Акадушка, иди сюда. Иди, иди, без... Да ёпарса, ну что за хрень? Выжидает, он выжидает, ребята, время. Честно вам скажу. Куда ты тут своих... Блин, забываю все время, что после снеговиков этих он метает звездочку. Блин, опять попался. Далеко, далеко. Хотя достал, но... Оу, тихо, тихо, тихо. Так, бросочек. Ну, не надо, не надо, не надо чудить. Все, ребят, поплатился он за то, что он перешел в теневую форму. И, естественно, я его добил ногой. 2-1. Фух, еще раунд. Выиграть нам, и все будет хорошо. Погнали. Так, Акадушка, иди сюда, я жду. Нет, так не пойдет. Да ёпрасте, ты... Ой, мина закончилась. Как-то не вовремя все, да, посмотри. Смотри, что делает. А, нет. Сейчас он попался довольно хорошо. Вот я только не дотянулся. Это плохо. Дурила, а? Ты думаешь, тебе это так с рук сойдет? Нет, родной мой. Так, ну что, и последний. Опа. Ну что, ползарубья отнял у него. Осталось только продержаться и все. В принципе, ему хана, ребят. Ему хана сейчас, наверное, и приснится. Встаю. Ой, подожди-ка, что-то не то. А, понял я. Мину поставил, ребята, он просто на нее сразу накатил. Все, это, по-моему... Блин. Так, тихо, давай лучше вот так вот. Не будем спешить. Есть. Ну все, Акадушка, да чтоб тебя ты достал уже. Е! Да, ребята, вот как-то так. Ну, согласитесь, по большому счету ничего сложного нету. Но не забываем, что это у нас был обычный режим. 60 очков, ну, естественно, посмотрим рекламу. Еще 13 очков, ну, в принципе, неплохо. Слушайте, ребят, я, наверное, разделю эту серию на две части. Благодарю тебя. Ты восстановил мое доброе имя среди горожан. А теперь мне пора. С праздником и прощайте. Каков, а? Спасибо-то в карман не положишь. Не перевариваю я таких людей. Вот, возьми хотя бы жетонов за твою отвагу. Ну, спасибо тебе большое, скаут, спасибо. Что же нам достается? Опа, уникальный. А, ну это стандарт. Блин, не премиум. Ладно, давайте посмотрим, что тут хотя бы нам выпадет. Составной лук, редкий. Да ерунда это все на самом деле. Так, ага, эпик. И это у нас, блин, да что такое? Революция, эпический доспех. Он что-то зачастил ко мне в гости, если честно. Так, это у нас карусель, редкий спецприем. И нунчаки повстанца. Да, жиденько, конечно. Ну что, ребята, мы с вами обычный режим прошли. Причем, я вам сразу скажу, это было довольно легко. У нас еще впереди престижный. Так, заберем-ка здесь награду. Мы обязательно, ребята, посмотрим, как я буду в него играть, но чуть-чуть попозже, потому что у меня есть определенные дела, которые нужно сейчас сделать. Так. В общем, нам нужно 10 билетов, насколько я помню, да? То есть еще 6 не хватает. Естественно, мне придется, наверное, покупать их в магазине. Другого варианта я пока не вижу, где их приобрести. Ну, в общем, ребятушки, всем большое спасибо за просмотр и до второй, как говорится, части этого ивента. Всем пока, всем удачи. И до новых, ребята, видосиков.